берется вот сочинять такие вещи, как «Бог, Вселенная» и «Я», допустим, книга. И... Международная космическая станция сегодня представляет громадную, уникальную лабораторию. И у нас всегда была уверенность, и сейчас она есть, в том, что на этой станции, на этой лаборатории можно выполнять любые научные программы, и более сложные. И у нас всегда была и есть уверенность, что эта программа МКС будет продолжаться, и еще много-много людей там будут работать, и будут выполнены различные программы, и мы получим много хороших результатов. Поздравления, пожелания, маленький российский пейзаж. 10 месяцев назад мы были здесь, мы только что сдавали экзамены, и мы готовили улететь домой в Хьюстон, готовиться к старту на шаттле. Но, к сожалению, там тогда была катастрофа в Колумбии, и наш полет изменился, наша жизнь изменилась тоже, Но наша цель не изменилась, наша цель программы, чтобы в будущем были люди не только на Земле, но в космосе, на Луне, на Марсе и так далее, везде. Биотехнология, технические эксперименты, экологический мониторинг. Я хотел говорить и высказать благодарность, конечно, высказать нашу благодарность.